А вы знали, что есть вещи, которые ни в коем случае нельзя оставлять на столе, потому что таким образом вы привлекаете нищету, бедность и постоянные проблемы в свою жизнь. Даже вот вы должны прямо их это запомнить, что же нельзя оставлять на столе. Первое – это сумка и кошелек. Что бы ни происходило в вашей жизни, ни в коем случае этого нельзя делать. Иначе в вашей жизни никогда не будет денег. Помните об этом. Также пустые бутылки, склянки, также это касается той же сахарницы, медовницы. Закончилось, наполните, добавьте, подлейте, но ни в коем случае у вас на вашем столе не должно быть ничего пустого, потому что помните, пустое притягивает пустое и никак по-другому. Далее монеты. Вообще монеты, банкноты, деньги ни в коем случае не должны быть у вас на столе, они должны быть обязательно красиво сложены в их домике. А вы знаете, что домик для денег – это кошелек. Поэтому очень важно, чтобы вы обращали на это особое внимание. Помните об этом. Далее, любые режущие и острые предметы. На столе их не должно быть. Нужно бы, они вам нужны, вы их попользовались, после этого все это собрали, перемыли и разложили. И тогда в вашей жизни не будет проблем с деньгами. Далее, ключи. Ключи – это вообще сакральный предмет, и он должен быть у вас в ключнице, а не как на столе. Помните, пожалуйста, об этом. Прямо сейчас в комментариях напишите слово «изобилие». Пусть Вселенная поможет вам приобрести изобилие в вашей жизни. Ставьте лайк. А прямо сейчас на экране, друзья, увидите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых друзей, немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.